Мы всем доказать тогда пытались. И вот, хипари-бунтари, мы попались. Сидя на середине главной улицы города, демонстрируя, не чувствуя холода. Долой железный занавес! Меня тогда поймал милиционер. Грозила статья. Отец от ужаса посидел. Железный занавес. Железный занавес. Железный занавес. Судили как взрослого, но не было криминала прошлого. Милиционер просто отпустил меня. Грозя. Покачивая пальцем и виня. Занавес от загнивающего капитализма. Он не хотел, чтобы еще кого-то упекли, по политической статье замели. Он спас тогда мою молодую судьбу. Я благодарен ему до сих пор. Но почему?